В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что на борту авиалайнера, выполняющего рейс с сообщением «Симферополь-Москва», находится пассажир с признаками алкогольного опьянения, который нарушает общественный порядок. В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что на борту авиалайнера, выполняющего рейс с сообщением «Симферополь-Москва», находится пассажир с признаками алкогольного опьянения, который грубо нарушает общественный порядок. После приземления самолета сотрудникам полиции пришлось усадить нетрезвого авиадебошира в кресло-каталку и доставить его в дежурную часть. Мужчина был привлечен к административной ответственности. В отношении злоумышленника отделением дознания линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.